Саш, привет. Привет, Свет. Привет, друзья. Всем привет, я Саша Чизман. Ну, как твои дела? Расскажи нам. Мои дела относительно хороши, так же, как относительно плохие. Я попал в такую нервно-экстремальную ситуацию, которая меня довольно-таки вымотала. И я решил попробовать из этой ситуации выйти. Наверное, как все мы с вами так или иначе попадали в стрессовые ситуации, после чего мы как бы чувствовали себя не в своей тарелке, находились не в своем месте, были, так скажем, ударены по голове пыльным мешком. Так вот, я бы очень хотел восстановиться, и я думаю, что помимо самопомощи, мне потребуется и ваша помощь, если вы не против. И именно про это восстановление я бы хотел начать данный канал.